В очередной 21 серии сериала «Горячая точка» в городе происходит облава. Менты забирают в отделение всю местную шпану, их допрашивает Реброва. Нежданчику удалось скрыться. Таранов узнает об этом от Брагина и дает приказ контрабасу найти и уничтожить Нежданчика. Но Попрыгун, человек присланный братками, находит его гораздо быстрее. Нежданчик рассказывает ему про Жеку, Мурина. После этого Попрыгун убивает Нежданчика. Жека с Тарановым ищут сбежавшего Габара. Их машина заминирована. Таранов ранен. Жека отстреливается. Попрыгун вертится у дома Жеки. В Воронеже в товарном вагоне находят тело Фрязина.